Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочее совещание с руководящим составом правительства Московской области. Открывая повестку дня, глава региона отметил важность проделанной работы по передаче в собственность Московской области и ее муниципалитетов имущества военных городков. Как отметил глава региона, для восстановления переданных военных городков должны быть предусмотрены соответствующие средства в региональном и муниципальном бюджетах. В администрации района под руководством главы Олега Хромова состоялось еженедельное оперативное совещание, в котором приняли участие заместители главы администрации, руководители районных служб, представители администрации городских и сельских поселений. Основная задача, поставленная перед руководителями муниципалитета – решение проблем, озвученных жителями в ходе отчетного собрания по итогам социально-экономического развития Ленинского района за 2015 год, которое состоялось 26 февраля. Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области завершил итоговую проверку строительства храма святого благоверного князя Александра Невского с домом притчи на проспекте Ленинского комсомола в городе Видное. Объекту выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, сообщил начальник ведомства Руслан Такиев. Во всех автобусах Мострансавто должна появиться новая информационная наклейка. По указанному на ней номеру телефона 8 800 731 13 каждый пассажир может сообщить свои пожелания или выразить недовольство оказанными ему услугами. Прямо из автобуса любой желающий может высказать свое мнение о безопасности движения, поведении кондуктора и водителя, нарушении расписания, техническом состоянии автобуса и оплате проезда.